Че, лед замерз? Вон там ребята уже до середины дошли. Нормально. Сантиметров 6 толщина. Я хожу, здесь даже по краю не сбрасывает напряжение. Есть какие-то трещины. Но в целом нормально. Еще пару дней, и можно будет вообще без проблем на коньках кататься, если температура не изменится. Но уже не хрустит даже. То есть я иду, подо мной даже нету ни нагрузки, ничего. О! Вот толщина. Это около берега.